Хочу порекомендовать вам группу ВКонтакте Raid Gamers. Обзоры, гайды и прохождение компьютерных игр. Я подписался и вам советую. Здравствуйте, ребятишки. С вами Гоша, Влад и я. И мы продолжаем играть в GTA. Ограбления у нас, в общем, остались здесь. Нелегкие времена такие. На модной Куруме едем. Будем, значит, сейчас отхватывать лилей. Пытаюсь я записать эту серию раз в четвертый, наверное. Постоянно какие-нибудь проблемы, дисконнекты и прочая фигня. Эмоливы. В общем, думаю, сейчас пойдет все нормально. Слушай, давай ты на руле сядешь, наверное. Да я вожу, водитель очень не умею. Да тут ехать-то осталось 5 минут, 5 секунд. А, да, точно. Ненавижу эту миссию, по-моему, вообще самая сложная. Да она какая-то лютая, блин, там со всех сторон просто начинает атаковать. Ну сейчас можем в Куруму сесть, просто из Курумы отстреливаться, правильно? Ну да. Нет, там, по-моему, кому-то нужно будет, тебе, по-моему, по-любому нужно наверх залезть. Ой, ну я-то отстреляюсь, чё мне? Ну-ка дай-ка за руль-то сяду тогда. Сейчас, подожди, надо включить. Именем, ты чё на паузе? Все равно сейчас выкинет из машины. Посмотри, сейчас, подожди. Сейчас, секунду. В общем, понял меня. Сейчас кат-сцена пойдет. После кат-сцены сразу в эту тачку сейчас садись, фиолетовую. Из нее будем шмалять по всем. Да. Розовый. И какого на цвет? Розовый, по-моему. Розовый. Да нормальный у меня тип, что ты раскритиковал? Это настоящий гангстер. Есть татуха. У тебя татуха на шее или кровь, не могу понять. Татуха такая. Это модная татуха. А что у тебя такая баба высокая? Каланча какая-то. Капец, она страшная. Все, ждем там. Дурнушка. Это баба Яга отвечает. Дурнушка. Так, я сразу ракетную установку возьму. Из машины, правда, нельзя стрелять. Ты сразу с базуки отстреливаться собираешься? Да, с этой с наведением. Но тут по-другому никак. Тут реально жесть. Ты зачем стреляешь? Не стреляй. Вот они сейчас заедут к нам, мы их ждем только. Вон они заруливают. Их не надо шмалять. О, лол. У вас тоже залагало? Нет, да, не точно. Эта машина пыталась сюда заехать, потом сбила. В общем, на записи посмотрите, что я сейчас буду пересказывать. Там такая жесть вообще. Давай. И вот она кружочек победный делает. Разворачивается и едет сюда обратно. Если это та машина была. Да, это та машина. Пипец. Ой, я наизусть уже, я знаю. Только сцена. That bank. That was you, right? Or someone associated to you? What you're getting into right now is a whole different ball game, my friends. Красотка вообще у тебя просто. You got the go ahead? С ума сойдешь. Вот они, блин. Прищуренный коп будет. Вот он. Прячься сразу в Куруму, она там где-то была. Если ее не убрали сейчас отсюда. Ее могут убрать просто. Блин, ее нету. Что делаем? Шмаляй по всему. Отстреливайся. Взрывайтесь, твари. Так, вот за эту тачку. Ой-ой-ой. Прячься там аккуратненько где-нибудь. Не получилось. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все. Я за бачок. Эминем, не ходи в мясо, не ходи. Там сзади сейчас на тебя будут нападать. Где они там бегут? Ладно. Я не вижу вообще. Я миниган беру.
Ух ты, нифига у тебя. Уханчик. Паровозик нас решил тут. Ой, именем повезет. Ёб... Я ж тебе говорю, не лезь туда. В мясо. А у нас нет еще одной жизни? Он сейчас возродится. Вот, все нормально. Он сейчас уже уезжать может. Давай, хватаю, короче. Где Курума там твоя? Далеко? Где моя Курума? Я не знаю. Ее нету здесь. Садимся в бэтл. Любую машину. Четырехместная нужна. Блин, давай в ту. В зеленую. Во, как раз. Криминальное чтиво все дела. Садись мне. Че, мне одному ехать? Вы здесь будете? Вы же сдохнете. Ну, конечно. Меня жди. Надоело, чувака. Чувак, давай за нами. Алло. Тебя ждем. Ой, она классная машина вообще. Так, не будет за нами погони, что ли, никакой? Пипец, а я эту миссию столько раз проходил. Постоянно, блин. Да нет, тут самое сложное, отстреляться от этих. Реально. А что, нам колесико пробили? Миссия на 5 минут просто. Да не, там... Мечтаки, это самое лучшее, по-моему, разнообразие. Знаешь, почему там нужно под водой плыть, то есть как в компании, прям очень интересно, на самом деле. А ограбление банка, оно такое, знаешь, как в Payday, прям неинтересное. Ой-ой-ой. Отстреливайтесь. Я чё, коктейль молотова кидать буду? А у меня ещё снежки остались. Буду снежками их закидывать. Почему бы и нет? О, что за? А ты ролится вообще атмосферно. Воу-воу-воу. Кто колёса пробил? Хитрецы, блин. И мне лучше не отстреливаться, в общем, в этот момент. Я буду просто ехать. Эрон-дон-дон. Ты-рон-дон-дон-дон-дон. Все, отстали. Двух колес нету просто. Что же делать? Так, ну давайте сразу следующий туда пройдем. Там поинтереснее должно быть. Ну да. О, читарки накидали здесь. А, вот почему меня кидало тогда. Фух, ну оказалось, оно вообще простое. Переживал столько. Отлично. А, быстро. А чё я вино-то пью, там коньяк сзади. Коньяк только после ограбления. Ладно, давайте ко мне в кабле, кто хочет. В одно место, давай. Я такую же взял, только еще не прокачал, мне не хватает бабосов. Вези. Надо еще летать именно. Прикольно. Как я уже сказал, я плохой водитель. Блин, от первого лица вид такой вообще забавный здесь.
Их, наверное, надо убить, да? Маску-то надевай. Надел. Я выбираю оружие. Так, ну ладно, да. У меня снайперские винтовки есть. Ты там, наверное, здесь тормозни. Я со снайпом всех разберу сейчас. Да, у меня тоже есть. Я подготовился. Мне бы их еще увидеть. А как приближать-то здесь? Колесиком. Ничего на ней. Не работает ничего. Китайские игры. Боже, как маску одеть? Джип. Почти убили меня. А вон там один остался. Все, нету никого. Или есть, вон вижу. Пока. Ой-ой-ой. Прикрой. Стрелок от бога просто. Смотри, что я сделаю сейчас. А, ну ты убил его. Давай так, я тогда на водителя сяду. Залезайте сюда, или там. Давай я вторую возьму. Я хоть порулю немножко машину. Ты можешь за пулеметчика, можешь сесть. Может, ты за пулеметчика сядешь ко мне? Ну давай, геймплей за пулеметчика говори. Тогда Эминем, ты, наверное, залез... Ты там не убейся. Залезай тогда во второй инсургент. Я не хочу водить сейчас, у меня сейчас проблемы чуть-чуть. А, ну тогда залезай ко мне. Чувак, поди справиться. Вон, вижу, вижу, вижу. Блин, вертолет. Надо стрелять, стрелять по вертолету. Вертолет, вертолет. О. Вау, окей. Интересно. Лагает очень сильно. Все, да лагает, по-моему? Да. Впереди. Круто. По вертолету стреляй. Я не вижу, а вот, вижу, вижу. Вот это уже веселая миссия. Тир. Да. Нету больше никого здесь. Он там сзади где-то. По машине, по машине. Блин, какой пулемет офигенный. Надо себе такую же машину купить. Денег-то хватит? Нет. После ограбления, думаю, хватит. Если лям дадут мне за него, за эту часть. Ну, я первым делом куруму возьму. Да, хорошая вещь на самом деле. А потом лоурайдеровскую тачку прокачаю свою. А потом на яхту копить. 8000 лун. 8 миллионов. 9,5 там на максимальной комплектации. Ну, это мирный, окей. Вон спереди. О, окей. Ты по бензобаку попал, кстати. С силой мысли я взорвал. Я хочу верить, что здесь есть суперспособности. Блин, ну твою мать. Мне кажется, нужно за ним заехать. Да, поехали. Он сейчас возле тачки же возродится. Ну да. Слева. Будем крыть его там. Команда же, все дела. Эминем, садись, наверное, к нему тогда. Будешь помогать отстреливаться. Владислав, как понял, прием. О. Будем его так прикрывать сейчас. О, спереди, спереди. О, хорош. Еще спереди. Ой. Да ты смотри, вот такие машины. Да я вижу, вижу. Я просто так. Чтоб наверняка.
По нему-то не стреляй. Он просто мельтешит прям здесь вот. Прям не надо мельтешить. О, шарик. Хороший шарик. Стреляй по шарику желтому. Смотри. Где? У меня их два. У меня тоже. Прикольная вещь. Что происходит вообще с этой игрой сегодня? Очень дико лагает, я могу сказать. Может, из-за меня? Я же сибирский интернет вам предоставил сейчас. Да не, вряд ли. Ну, если хочешь, давай я тогда предоставлю. Хотя у меня такая же фигня была. Будешь еще заново приходить. Куда он поехал? У него своя атмосфера там. Воу-воу-воу-воу. По-моему, она летающая всё-таки. Да не, вряд ли. Есть у нее такие задатки небольшие. Мне тоже казалось, что мы сейчас летим, оказалось, что мы сразу снизу были. Просто лагает себе сильно. Капец вообще как. Так, мотоциклист. Это под прикрытием был, злодей. Впереди. Да твою мать. Еще спереди. Он сзади уже. Еще спереди. О, нормально. Жогово. Он погиб, жаль. Надо сейчас ему сказать, чтобы он к нам в машину залезал. Мне это интересно, он русский? Давай напишем, спросим. Он, главное, чтобы не ливнул. Don't leave. Быстро перезапуск. Отлично, продолжаем. Так, ну чё, давайте тогда я... Не знаю куда. За руль сяду. В второй тачке. Да, ну давай, залезай тогда. Может, не убьют меня? Посмотрим, как дела пойдут. Не, мужик. А, ты затусил? Да. Ты залез. Ко мне одного дайте, что подстрелился тоже. Вот пусть этот садится ко мне. Именем, давай ко мне, именем. Все, выезжай. Я сзади буду ехать. Тачаночка. У тебя УЗИшки нету? Влад. Ой-ой-ой, как же ее носит. Ах, свинцом поливают. Дурачок какой-то у нас парень оказался, он вообще не ждет вас. Так он за рулем, да? А он за рулем, да. Влад, дурак, стреляй, Влад. Ну сейчас сдохнем, Влад. Короче, все, он один поехал, я выпрыгнул из его машины. Еду к вам. Ой, наркомания. Садись тогда сзади. Давай.
Садись быстрей. Сажусь, жди. Поехали. Поехали. Еду. Ну какой-то идиот, я ему сказал, чтобы он садился за... Да он уж не русский. Руль ждал. Да русский он. Я ему говорю, стой, он не садится. Я ему говорю, садись за руль, он садится за руль. Русский он. Может, догадливый. Догадливый иностранец. Не, ну я отстреливаться не буду, я буду точно куда-нибудь впишусь. Вообще не в то место, которое надо. Я просто поеду. Ну, нормас. Правда, чуть не потонули, но нормально. Нормально, едь быстрее. Разворачивайся, он подох. Да как он дохнет-то? Ну он дурак, потому что... Пускай залезай сюда. Залезай, пускай. Я тебя тогда кто высаживаю в тачке, да? Давай. Вы живите. Езжайте, не стойте, не ждите меня. Ой, броника-то нет у меня. Все, ребята. Финишная прямая. Тихо. Упс. Да. Блин, я думал, это вражина едет. Инстинктивно тебя бортанул. Прости, братан. Не хотел. Теперь их надо победить всех. Твою мать. Сейчас нормально все будет. Да хорошо нормально. Играли. Все, нормально. Пойду разберу стены меня. Там еще спереди. Мы пока вперед поедем. Да, давай. Я если что спрячусь, выживу. Все, убил всех. Куда поехал? Отлично. Я по привычке уже прямо поехал. Блин, проезд такой музенький здесь. Специально сделали. Есть, неужели, блин? Родина. Аллилуйя. Ладно, ребятишки, всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать рассказать друзьям. Всем счастливо, всем пока.